Сегодня сотрудники МЧС на скорость спасали пострадавших в ДТП. Четыре команды приняли участие в ежегодных соревнованиях. Главная задача – до автоматизма отработать все действия, необходимые для спасения людей при сложных ДТП. Прибывшая на место аварии команда должна оперативно развернуть все оборудование, проникнуть в искореженный автомобиль и грамотно произвести эвакуацию пострадавших. Это, как правило, и является самой сложной частью спасательной операции. Чтобы зафиксировать человека на носилках, машину приходится разбирать до стадии кабриолета. Даже на учения, где жизни статистов ничего не угрожает, операция требует сил и времени. На реальных ДТП все в разы сложнее. На каждом выезде, каждое ДТП, оно всегда отличается своими повреждениями, характером, ну, повреждений также у пострадавших. Также усугубляется порой это наличие газового оборудования, утечка, ну, и розлив топлива, что может привести к угрозе взрыва. Ну, и на каждом ДТП, еще раз повторяюсь, разные факторы. Каждое ДТП, оно особенное.